Здравствуйте, друзья шоу «Веры». Пусть Бог благословит ваши жизни. Мы снова начинаем нашу программу. И еще один раз я уверяюсь, что сегодня Слово Божие с большей силой придет к вам. Потому что сегодня мы осознаем, что Бог хочет дать нам что-то чистое, что будет благословлять нас. На протяжении всей жизни мы можем положиться на Него, на Его имя и Его любовь, неся благословение Божье. Почему во имя Его? Ибо так говорит Слово Божье, да будет свет. И произошел весь процесс создания света, земли, морей, живых существ, заканчивая человеком. Человек был создан как лучшее творение Бога на земле. Так что даже если вы сегодня еще не столкнулись, вы можете верить, что вы самый лучший, прославляя имя Бога. Он даст вам чистоту, чтобы улучшать сегодняшнюю жизнь. Сегодня во имя Господа Иисуса. Мы также увидим историю пары Марии Бенедикта и ее мужа, у которого были серьезные проблемы. Его фирма находилась на стадии банкротства. Его семья полностью деморализована. То есть проблемы между ними, проблемы в семье и финансовые проблемы, они зашли в тупик. Когда они пришли в церковь послушать Слово, и Бог коснулся их и просветил, чтобы получить благословение, почитайте Бога. Первое, что есть, десятина и пожертвование. Десятина, да. Именно тогда, когда мы возвращаем Богу то, что принадлежит Ему, чтобы сохранить то, что Он основал, по Его слову, поддержать это дело, Бог сделал что? Постановил. Книга пророка Малахии, глава 3, 8, 9, 10. Говорит следующее. Мы должны принести десятину в Дом Божий. Что такое десятина? Десятая часть того, что я имею. Но если я дам из последнего, вы увидите, что никогда не будете нуждаться. Чем больше вы даете, тем больше у вас будет, и это того стоит. Бог защитит вас. Вы увидите из этой истории то, как к ним вернулось благополучие. Ясно, что Бог будет заботиться о вас. Поверите в это, и вы сможете сделать намного больше во имя Бога. Итак, вернемся теперь к Слову Божьему и к шоу веры. Потом я снова вернусь в студию во имя Иисуса. Посвящаем Иисусу эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, мы получаем от Господа Бога нашего множества благословений. Вы знали, что не нужно иметь никакого страха перед тем, чтобы призывать имя Иисуса? Есть люди, которые боятся. Доктор Суарес, это имя настолько свято, имя слишком могущественно. А я лишь грешник. Ладно, если вы согрешили, призовите это имя, чтобы Бог простил вас, чтобы Бог изменил вашу жизнь. А если вы не совершаете грехов, призывайте это имя от всей своей души, со всей возможной уверенностью, чтобы вы смогли побеждать в ежедневных битвах. Откройте Святую Библию на книге Сафония в Ветхом Завете, и вы увидите, что то, что Бог говорил через этого пророка, это послание. Пророк призван Богом. Господь Бог поместил это послание в его сердце. И он рассказывал о том, что Бог делал на земле. Так как когда Адам согрешил, враг проник и запятнал всех людей. Нет ни одного праведника, нет ни одного. Сегодня, когда мы слушаем Слово Божье и принимаем его, и верим в него, мы делаем то, что оно указывает нам делать, сила Бога очищает нас и омывает. И здесь в Сафонии 3.9 написано так. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Это было сказано за 600 лет до рождения Иисуса Христа, до того, как все это произошло. И что же такого пророк Божий передал здесь от Господа Бога? Что Бог даст уста чистые кому, друзья? Народам. Каким народам? Тем, кого он призывает. Тех, кому адресовано слово. Печально, что многих призывают, но немногие слушаются. Люди не понимают,
что их возможности проявляются тогда, когда они понимают Слово Божье. Некоторые говорят: «Я еще слишком молод, я буду рисовать и вышивать». Другие говорят: «Я не хочу, так как вы знаете, у меня есть положение в обществе, я не хочу быть скомпрометирован или замечен среди Божьего народа». Пренебрегают призывом Божьим. Для тех, кто принимает призыв Божий, это решение сердца. Вам не нужно подтверждение 6 месяцев, молясь на коленях каждый день: «Бог, я чист, я хочу быть чистым, Господь, сделай меня чистым, я должен быть чистым». Нет, вам не нужно делать этого. Вы поняли слово Господа Бога, и в тот же самый момент вы должны призвать Господа, и Бог тогда снизойдет в вашу жизнь и окончательно очистит вас. Этот вопрос вашего решения в сердце. «Я хочу. Я принимаю то, о чем Господь говорит со мной. Я буду исполнять Твою волю». Тогда сила Бога снизойдет на вас, и вы получите уста чистые, очищенные, без единой скверны. Вы получите тогда это право общаться с Господом Богом и быть услышанными. Для чего Бог даст вам эти уста чистые? Чтобы все призывали имя Господа. Брат мой, это слово просто изумительно. Бог хочет, чтобы вы всегда призывали имя Господа Бога. В час, когда вы поймете, что вы имеете в этом имени, чего вы сможете добиться с Богом, брат мой, призовите это имя. Что это имя сделает из вас? В конце стиха сказано, смотрите: «И служили ему единодушно». Когда вы призываете имя Господа, услышали слово, поняли, призываете, вы будете служить Богу таким же образом, как Иисус служил. Это правда. Все. Таким же образом, как Павел, Петр, как апостолы служили. Никакой разницы. Если Петр может сказать паралитику в прекрасных дверях: «Смотри на нас». Тот просил милости: «Не имею ни золота, ни серебра, но что я имею, я дам тебе во имя Иисуса Христа Назаретянина. Встань и ходи». Брат мой, нет разницы. Мы пытаемся показать нашим прихожанам, всем людям, которые смотрят нас, что неважно, если вы были идолопоклонником, колдуном или худшим из грешников. Вы услышали Слово Божье, оно сказало вашему сердцу: «Бог дает вам прощение, Бог дает вам очищение. Примите, так как вы получаете уста чистые». И для чего вы получаете эти уста чистые? Эти уста чистые вы получаете, чтобы призывать имя Господа. Призывать для человека, одержимого демонами, чтобы изгнать демона. Призывать для безумного человека, чтобы вернуть человеку разум. Призывать для человека, имеющего любую болезнь, чтобы он был исцелен, и Бог говорит сейчас с вами. Призывать это имя, чтобы человек процветал, восстановил свой дом, принял решение в своей жизни и освободился от любого искушения, от всего того, что угнетает его. Написано, давайте посмотрим, так как этот стих, который Бог дал мне сегодня, чтобы я передал вам, очень серьезен. «Тогда опять я дам народам уста чистые». Не только народам, происходящим напрямую от Адама, евреям и арабам. Нет, они наследники по плоти, Авраам по обещанию, и арабы из Агари, наложницы, родившие Измаила. Нет, все народы, я и вы. Кого называли язычниками? Те, у кого в венах нет крови Авраама, но в нас есть кровь, которую Иисус очистил. Итак, когда Слово нас направляет, если нам откроется дверь, что нам следует делать? Поверить. Господь, с устами чистыми, так как я тебе исповедался, просил тебя, заявлял, просил тебя, прости мои грехи, и Господь простил меня. Итак, я буду призывать теперь с этими чистыми устами. Для чего? Чтобы все призывали имя Господа. Очень скоро расскажу, что это имя может сделать в вашей жизни. И для чего? И служили ему единодушно. И не иначе, как в Святом Духе.
Иисус служил Богу в Святом Духе. Петр служил Богу в Святом Духе. Кто побеждает с Евангелием, побеждает, так как служит Богу в Святом Духе. Это не в духе жадности, не в духе тщеславия, не в духе чего-то еще, нет, в духе Бога. И нам следует служить Богу именно с этим духом. Вот тогда мы испытаем все те же чудеса, те же деяния. И что же вы можете иметь в имени Иисуса? Очень многое. Откройте Псалом 123, стих 8. Этот Псалом нам уже знаком. «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. Иисус – это Слово. Наше спасение, наше исцеление, наше освобождение, способность, которую Бог дает человеку, чтобы тот освободился от проблем, от любых искушений, от любых страданий, от любой болезни, найти решение любой проблемы, находится в имени Господа. Ну какого Господа? Того, что создал небо и землю. Бог состоит из трех личностей. Бог состоит из личности Отца, Сына и Святого Духа. Личность Сына создала все вещи. Без Него ничто не начало быть. Итак, в имени Иисуса есть наше спасение. Вы нуждаетесь в спасении? Это не ко мне. Я не тот человек, суперсвятой, особенный, так как не существует того, кто может нас исцелить и освободить. Наша церковь не основная у Бога, не самое важное, чтобы вы могли войти сюда и преобразиться, потому что таковой не существует. Ваше спасение есть в имени Господа. Я могу призывать, если вы верите в Слово, Бог даст вам уста чистые, вы можете призывать. Что вам необходимо? Мне необходимо решение моей домашней проблемы. Меня снедает тоска, безнадежность, депрессия. Я не знаю, что я должен делать. Ваше спасение находится в имени Господа Иисуса, который создал небо и землю. Когда вы призовете это имя против своего зла, «Боже, я разрушу это зло, я теперь вступаю в союз с тобой, моя жизнь начинается сегодня». Я хочу теперь написать свою историю с верой и с успехом. Во имя Иисуса я призываю твою силу, свою жизнь. Я разрушаю власть дьявола. Хватит духу бедности следовать за мной. Хватит довольно дух неудачи, дух наркотиков, проституции, любых недостойных вещей. Я теперь буду полностью от Господа. Ваше спасение в имени Господа, которого вы призываете, с устами чистыми. Дьявол может прийти и сказать, но у тебя нет возможности. Напомни, с кем ты был в прошлом. Напомни мне, кто я теперь, начиная с дня, когда я услышал Слово Божье. С того дня, когда я испытал перемены, которые Бог сделал с человечеством. Я принадлежу Богу и не принимаю никакое действие ада в своей жизни. Таким образом, вы победите во имя Иисуса. Аминь. Я хочу помолиться за тех людей, кто пришел сюда сегодня. Доктор Суарес, я не знаю, по-моему, я что-то съел или что-то еще, но я чувствую боль. Это голова, боль в теле, я плохо спал. Боль не проходит, не оставляет меня. Я хотел бы, чтобы вы помолились Богу, чтобы Он исцелил меня. Как вы, кто сейчас здесь, так и те, кто у себя дома. У кого здесь есть проблемы с болью, и он хотел бы, чтобы я помолился за него? Поднимите руку вот так во имя Иисуса. Пожалуйста, поднимитесь возле своих мест, так как рука Бога пройдет там, и вы, кто сейчас дома, сделайте то же самое. Встаньте перед телевизором. И пока я буду молиться, брат мой, ваше спасение находится не в моих руках. Нет. Если Господь возложит свои святые руки на мои, я буду исцелен. Не шутите словами Божьими. Ваше спасение
находится не в моих руках, ни в чьих-либо других руках. Ваше спасение находится в имени Господа Иисуса. Мы будем призывать это имя сейчас устами чистыми, чтобы Бог стал действовать, и Бог станет. И верьте, Бог сделает нечто значительное в вашей жизни. Теперь склоним головы и закроем глаза, пожалуйста, как здесь, так и дома. Отец, я пришел во имя Иисуса в Твое присутствие. Я знаю, что достаточно человеку услышать слово веры, Евангелия и поверить, чтобы Твоя сила начала действовать, и человек был полностью исцелен, освобожден от всего зла. Передо мной сейчас находится много людей, здесь, в церкви, и внутри страны, вне ее, во всем мире, как здесь, в Бразилии, так и в Европе, по многим телеканалам, великое множество молится со мной людей, о Боже, кто чувствует боль в теле. Отец, наше спасение в Твоем имени, и я сейчас воспользуюсь этим именем, и я прошу, приди со своей силой, чтобы исполнить то, что написано. И как служитель Слова Божьего, я изобличаю теперь всех духов боли, от макушки головы до подошвы ног. Где бы ты ни находился, демон, со своей болью, досаждая этому человеку, угнетая этого человека, я приказываю теперь, оставь его, не угнетай больше, убирайся во имя Иисуса Христа. И вы говорите, спасибо, Иисус, большое спасибо. Теперь откройте ваши глаза, дайте мне 2 минуты, чтобы Бог завершил работу в вашей жизни. Но если уже есть люди, у которых боль исчезла. О, доктор Суарес, моя боль только что прошла. У кого боль прошла? Поднимите руки во имя Иисуса. Это во славу Божью прошла. Быстренько расскажите мне, что это была за боль. Уважаемый, что у вас болело? У меня была боль в животе и голове, но все прошло. Я чувствовал, как ее вытягивает, но сейчас я исцелен. Теперь все прошло, слава Богу. И что было у вас, сестра? Боль в затылке и в колене. Этот Бог не ошибается. Переходим к истории из реальной жизни. Так вот, я начала ходить в церковь вместе с моим Шурином. Он уже ходил. И время от времени, по причине всяких трудностей, я говорила мужу, пойдем в церковь. Начинала ему говорить об Иисусе. После того, как сходил раз в церковь, я стал ходить туда постоянно. У меня была фирма, которая почти обанкротилась. По вине поставщиков и сотрудников, я был не в состоянии платить налоги. Мои клиенты постоянно сбегали к конкурентам, никто не приходил. Дома мы все время ругались, я все время изменял и даже находился вне дома, и поэтому мы постоянно конфликтовали. Наша жизнь была разрушена. Брак, семья, не было нас. Мы не были настоящей семьей, только постоянное оскорбление, даже в присутствии детей. Финансовая ситуация была очень тяжелая, даже собственного дома мы не имели. Когда мы начали слушать и послушаться Слову, стали следовать наставлениям, и я начал видеть по-другому, Бог коснулся моего сердца. Иногда я испытывал желание пожертвовать, даже чего не имел. Я думаю, что Бог дал мне мудрость. Я просил у Него мудрости, и Он мне дал мудрость и понимание, что для этого, чтобы выйти из этой ситуации, нужно исправиться, быть верным и послушаться. Улучшения начались дома и на ферме одновременно. С того момента, как я начал давать десятину и пожертвования, ситуация на ферме улучшилась. Мы стали платить по счетам. Клиенты уже не только шли к конкурентам, начали приходить в мою компанию. По мере того, как мы прилагали усилия, старались, посещали церковь, слушали слово и практиковали, потому что мы должны практиковать, да? Появилось благословение. Бог преобразовал нашу жизнь. Полностью изменил моего мужа. Закончились ссоры и этот беспорядок. Теперь у нас в доме полная гармония. Я думаю, это сказалось
и очень хорошо на моей фирме. Теперь мы замечаем, что продажи выросли. Иногда за один день мы продаем в 10 раз больше, чем раньше за месяц или два. Растет успех и процветание. Всего стало больше, чем мы могли мечтать. Дома тоже улучшение. Благословение приходит каждый раз. Как сказано в Слове Божьем, ищите же прежде Царство Божие, и все остальное приложится. Поэтому мы пытались приблизиться к Богу. С каждым днем мы все больше узнаем о Господе. Доктор Суарес показал анкету для тех, кто был заинтересован, тех, чьего сердце Бог коснулся, чтобы стать спонсором. Я и моя жена записались, чтобы стать новыми спонсорами. Я и раньше ощущала желание стать спонсором, но просто я еще не приняла решение. Подобно тому, как Бог изменил нашу жизнь посредством этой истинной церкви, церкви благодати, я уверена, что Бог будет содействовать в жизнях и других людей, которые нуждаются так же, как и мы. Когда я стал спонсором, стал давать пожертвования, платить десятину, пришли благословения от Бога в мою жизнь, понимание, которое Бог дает через Слово. Я не жалею усилий, чтобы оказать помощь. Я достиг понимания, что сколько мы отдаем, столько и получаем. Что посеешь, то и пожнешь. Как красиво, верно, друзья? Слава Богу! Знаете, это послание для многих людей. Как она говорит, она чувствовала, но откладывала. Бог говорит, пожертвуй ради родственника своей фирмы, и вы не принимаете верного решения. Мужчина был банкротом, а сегодня за день продает сколько раньше, за один месяц или за два месяца. И это всего-навсего призывая имя Господа. Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, почему веселое сердце – это лучшее лекарство? Радость в сердце всегда помогает, даже если это радость обычная. Когда человек чувствует радость, он производит внутри себя некую субстанцию, которая подавляет другие злые качества. Но то, о чем вы говорите, это необычная радость. Это та радость, которую дает Иисус, которую никто не в силах отнять. Иисус сказал: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Вы слушаете проповедь, читаете Библию, однажды слово откроется вам, и вы поймете. И в сердце войдет особая радость. Брат мой, это тот самый подходящий момент для молитвы веры, так как это сигнал, что Иисус коснулся вас, объяснил вам, показал вам. Итак, вы спросили, почему радость сердца приносит добро? Потому что радость Иисуса вас укрепляет, дает вам возможности делать Божье дело и делает вас человеком благословленным. Давайте теперь откроем сердца. Доктор Суарес, я христианка, и мой брак переживает тяжелый период. По всякому поводу мой муж начинал говорить о разводе, но я никогда не относилась к этому серьезно, пока он не решил действительно меня бросить. Вот уже 5 месяцев, как он не живет дома. Еще больше меня расстраивает то, что не получаю поддержки от его семьи. Я действительно не знаю, в чем провинилась. Доктор Суарес, не хочу, чтобы моя личная жизнь была разрушена. Пожалуйста, скажите, что я должна сделать? Сестра моя, вы должны были отнестись серьезно. Люди не говорят такое просто так. Он подвергся искушению. Вам нужно было искать Бога, чтобы избавить его от искушения. Конечно, если вы будете искать Бога сейчас, Бог может все исправить. Но уже прошли некоторые события, которые не должны были произойти. Мы должны быть внимательны, слушать слово и видеть. Бог коснется. Я должен помолиться за этого человека, за сына, за мою фирму, мой источник дохода, за мое здоровье. Против инцидента, который может случиться. Теперь ищите Бога, вы правы. Не принимайте разрушение личной жизни. Но не члены его семьи должны предложить вам поддержку. Наше спасение находится в имени Господа. Вот где ваше спасение, вот где Бог вас благословит. Давайте поднимемся, чтобы помолиться. Смотрите, брат, вы видели Бога в действии, пришел ваш черед получить благословение Божие. Сейчас склоните голову, закройте глаза. Неважно, в чем вы нуждаетесь. Отец, мы приступаем сейчас во имя Иисуса к выполнению твоего дела. В этой стране и вне ее есть много людей, нуждающихся в помощи.
спасении, в Твоей руке простертой и действующей, исцеляющей, освобождающей, ладони, которые не разжимаются, не сжимаются, чтобы вам быть наедине с Богом. И сейчас Бог действует там, где вы находитесь. Отец мой, я объединяю свою веру с верой этого человека. Я говорю сейчас тебе, сила зла, которая была направлена, чтобы навредить этому человеку, которая не позволяет этому человеку процветать. Бизнес разоряется, продажи падают, счета накапливаются, дома серьезная проблема. Пошел вон, сатана! Брат мой, присоединяйтесь сейчас к молитве. Уйди во имя Иисуса! Ну вот, мы и вернулись, и вы видели, что Бог может творить чудеса, когда мы чтим Бога. И Он призывает людей сегодня, которые находятся на пути веры и чести. В каком смысле? Есть люди, которые призваны Богом, чтобы быть спонсорами для дел Господних. Что это значит? Это человек, призванный Богом, и Бог взывает к сердцу его, и через него помогает сохранить эту программу в эфире. Сойдет ли благословение на этого человека? Да, он будет благословлен. Иисус сказал: «Я чту тех, кто почитает Меня». Если Бог призывает вас, и вы откликнулись, Он отнесется к вам с почтением. Если вы чувствуете это призвание, это наш телефон и наш адрес, свяжитесь с нами, примите благословение Господне, вступите в ряды Божьей армии, которая помогает изменить ситуации по всей земле. И это помогает, поверьте, Бог уже давно решил, Он будет править во имя Иисуса. Хорошо, я хочу пригласить всех людей, которые слушают нас и нуждаются в молитве. Это великая духовная помощь. Мы помолимся за вас. Благословение Господне является даром. Мы же сказали, человек должен помогать. Только если он услышал. Если не услышал, не чувствует, то не спонсирует. Но если вы чувствуете присутствие Бога в сердце, потому вы и уверены в себе, и полны желания, как будто сердце горит желанием дать это. И Бог зовет тебя, верит тебе. Его, если Бог не призвал вас, не расстраивай. Оставайтесь с нами во имя Иисуса. Хорошо? Мы подошли к завершению программы. Бог благословляет вас. До встречи во имя Иисуса.